платье Паула Абдул вас покорило и завоевало сердца модниц. 31 545. А поскольку у нас сейчас действует цена знакомства с новинкой, цена минимальная 1290 рублей. Экономия зато в 3300 вас ждет. На мне цвет коричневый. Мы ориентируемся по основной цветовой гамме. Но у нас есть рядом вот здесь вот бежевый цвет. Он будет чуть посветлее. И есть еще более глубокий и насыщенный цвет, который будет называться черный. Но самое важное, что есть все размеры от 50 до 60. И самое главное, что это тот самый тренд леопард. Да, да, действительно, ты права. Это действительно тренд. Это модный, самый... Ох, то есть вот эта расцветка, этот принт, он сейчас самый модный. Конечно. Вот на пике прям популярности вы будете, когда в вашем гардеробе вот это платье появится. И здесь мы видим вот невероятную красоту, знаешь, женщина-кошка буквально. О, да. И очень часто, да, очень часто женщин сравнивают с кошками, потому что, ну, во-первых, красивая, во-вторых, мягкая, пластичная и умная очень, мудрая и может защитить потомство. Поэтому, знаете ли, я считаю, что это даже комплимент, когда вам так скажут. О, да. Да. И еще, знаешь, момент мне очень нравится. Во-первых, прямой крой. Да. И этот прямой крой, платье садится абсолютно на любую фигуру, независимо от того, широкие у вас бедра, может быть, объемный бюст. Сядет платье просто великолепно. И еще, знаешь, что мне нравится? Две версии ношения. Вот вы можете надевать как платье, и вы можете надевать, как это сделала Саша, как тунику. Да. И смотрите, вот все-таки это принт. Вот. По опросам мужчин, психологи сказали нам такие факты достовернейшие, что это самый привлекательный для мужчин принт. Они ничего не могут с собой сделать, они не могут устоять перед женщиной, когда она вещи из леопарда. Конечно, и вы сегодня можете стать самой модной, грациозной кошечкой. Может быть, муж скажет вам, какая же вы у меня красивая, какая же вы у меня сексуальная. А может быть, вы преобразитесь и сама для себя. В любом случае, вы будете слышать только положительные отзывы и комплименты в ваш адрес. И сэкономите вы сегодня кругленькую сумму 3300 рублей. Цена же напротив 1290. Мне нравится, что я вот обыграла это платье именно как тунику с леггинсами. Слушай, выглядит очень зажигательно. Действительно, я прям любуюсь тобой. Действительно, платье... универсальное, у него две версии ношения. Мы видим, что с леггинсами вы видите, как это выглядит красиво, и сочетаются леггинсы и с карманами, и с манжетой на рукаве. А Алена, высокая девушка, надела это платье просто с колготками. А представьте себе, с плотными колготками, с высокими сапогами. Это просто чудо какое-то, какая невероятная красота. Невозможно будет от вас отвести взгляд вообще. Поверьте мне, что ваши подруги, они просто будут завидовать. Но вам... вот смотрите, у нас Алена высокая дама. Я вот 1,64 м, поэтому если вы среднего роста, то ориентируйтесь на меня. А вот на высоких красотках давай, Галь, прокомментируем параметры. Действительно, Алена 1,78 м, и вы видите, что платье выше колена. Вот если, например, вы не хотите, чтобы коленки были открыты, тогда, как Саша, можете просто надеть леггинсы, можете надеть плотные колготки. Более того, вы можете надеть узкие брючки и носить это платье как тунику. Саша сейчас вот вам показала пример, она именно так и надела платье как тунику. Выглядит и как платье великолепно, и как туника выглядит тоже просто беспроигрышный вариант. Конечно, и главное, цена-то как выглядит. Представьте, сколько бы такое платье обошлось в каком-нибудь дорогом бутике, дорогой одежды. Да все 13 тысяч рублей, не меньше, да, потому да. что леопард это тренд. У нас есть три расцветки леопарда. Вот такая вот черная, как на Алене. Вот такой вот цвет коричневый, который вы можете видеть на мне. Кстати, коричневый цвет пользуется наибольшей популярностью. Ориентируемся мы по фону. Но у нас также есть еще и бежевый оттенок, который мы видим на вешалке. Давай размер подберем, Галь. Да, размеры. Для 54-го размера я сейчас буду делать замеры для вас, чтобы вы уже начали для себя делать заказ. Давай. Модного платья. Так. Итак, для 54-го размера вы видите 56 сантиметров полуобхват груди в свободном состоянии. Поэтому, дорогие модницы, размер в размер выбирайте для себя платье. Если бедра широкие, выбирайте по размеру бедер. Длина. Вот все-таки длина сейчас вы возьмете... сантиметр и измерите длину. Так, какой длины будет ваше получается? Платье? Да куда оно вам будет? 94 сантиметра. И еще момент. Длина рукава. Вот мы видим. Длина рукава, манжет. Так, рукав да, широкий, поэтому даже полная ручка спокойно войдет. 34 сантиметра длина в рукава. Здорово, длина рукава до локтя. Это поэтому... наша новинка. И действительно прикрываются все нюансы верхней части ручки. И вы сегодня можете подобрать свой размер смело, дистанционно. Находясь в другой точке Российской Федерации, звоните нам.